Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы с вами продолжаем наш наиважнейший плейлист «Английский язык до автоматизма с нуля до уровня Advanced» и продолжаем нашу контрольную работу по неправильным глаголам. Итак, двигаемся дальше. Значит, также, возможно, у вас промелькнула мысль, сколько будет предложений. Значит, всего заготовлено 525 предложений. На самом деле, это достаточно объемная, интенсивная практика, меньше нет смысла, а больше уже будет слишком много. Значит, нам тоже нужно двигаться дальше и завершить этот плейлист. Поэтому 525 предложений, соответственно, запланировано в рамках данной контрольной работы. Итак, переводим. Я присел. I sat down. I sat down. Она преподавала этот предмет в университете. Она преподавала. She taught этот предмет. This subject в университете. At university. She taught this subject at university. Она сняла все деньги со своего счета. Она сняла, she withdrew, все деньги, all the money, со своего счета, from her account, she withdrew all the money from her account. Они продали свой загородный дом или свою дачу за 50 тысяч долларов. Они продали. They sold свой загородный дом, their country house, за 50 тысяч долларов, for 50,000 долларов. They sold their country house for $50,000. Я плавал в пруду. Я плавал. I swam в пруду. In the pond. I swam in the pond. Я проснулся очень рано. Я проснулся. I woke up очень рано, very early. I woke up very early. Я думал так же, то есть одинаково. Я думал, I thought, так же, the same. I thought the same. Я записал это слово. Я записал. I wrote down это слово, this word. I wrote down this word. Or we can also say, мы также можем сказать, I wrote this word down. Он увидел свои ошибки наконец. Он увидел. He saw свои ошибки, his mistakes. Наконец, at last. He saw his mistakes at last. I sat down. She taught this subject at university. She withdrew all the money from her account. They sold their country house for $50,000. I swam in the pond. I woke up very early. I thought the same. I wrote down this word. He saw his mistakes at last. Далее. Она выращивала фрукты и овощи в своем собственном саду. Она выращивала. She grew фрукты и овощи. Fruit and vegetables. В своем собственном саду,
in her own garden. She grew fruit and vegetables in her own garden. Он хранил свои деньги в банке. Он хранил. He kept свои деньги. His money в банке, то есть в каком-то банке. Мы с вами скажем in a bank. He kept his money in a bank. Она носила очень стильную одежду. Она носила. She wore очень стильную одежду. Very stylish одежду, clothes. She wore very stylish clothes. У них было особое предложение. У них было. They had особое предложение. A special offer. They had a special offer. Он чувствовал себя так грустно. Он чувствовал. He felt себя так грустно. So sad. He felt so sad. Помним, что feel используется именно прилагательное. He felt so sad. Мы преодолели различные трудности. Мы преодолели. We overcame различные different трудности. Difficulties. We overcame different difficulties. Он сохранил этот секрет. Он сохранил. He kept этот секрет. This secret. He kept this secret. Это платье подошло тебе прекрасно. Это платье. This dress. Подошло тебе. Fit you. Прекрасно. Perfectly. This dress fit you perfectly. Она носила очень дорогую одежду. Она носила. She wore очень дорогую одежду. Very expensive одежду, clothes. She wore very expensive clothes. Она ела слишком мало. Она ела. She ate слишком мало. Too little. She ate too little. Он стал очень знаменитым актером. Он стал. He became очень знаменитым. A very famous актером, actor. He became a very famous actor. She grew fruit and vegetables in her own garden. He kept his money in a bank. She wore very stylish clothes. They had a special offer. He felt so sad. We overcame different difficulties. He kept this secret. This dress fit you perfectly. She wore very expensive clothes. She ate too little. He became a very famous actor. Я полетел назад в Лос-Анджелес. Я полетел назад. I flew back. В Лос-Анджелес. To Los Angeles. I flew back to Los Angeles. Я вырос в Америке. I grew up в Америке. In America. I grew up in America.
Они были горько разочарованы. Они были, they were, горько разочарованы, bitterly disappointed. They were bitterly disappointed. Они уехали из этой страны. Они уехали. They left из этой страны. This country. They left this country. Он украл ювелирные украшения. Он украл. He stole ювелирные украшения. Jewelry. He stole jewelry. Тот корабль утонул. Тот корабль. That ship утонул, sank. That ship sank. Я взял его с собой. Я взял его. I took him. С собой. With me. I took him with me. Я повесил свой пиджак на крючок. Я повесил. I hung свой пиджак. My jacket на крючок. On a hook. I hung my jacket on a hook. Я встал. Значит, я сидел и затем встал. Мы сами скажем I stood up. Если я спал и встал затем, мы скажем I got up. I stood up or I got up. Я плавал в озере. Я плавал. I swam в озере. In the lake. I swam in the lake. I flew back to Los Angeles. I grew up in America. They were bitterly disappointed. They left this country. He stole jewelry. That ship sank. I took him with me. I hung my jacket on a hook. I stood up. I got up. I swam in the lake. Я забыл сказать им эту вещь. Я забыл. I forgot. Сказать им. To tell them. Эту вещь. This thing. I forgot to tell them this thing. Солдаты сожгли тот дом. Солдаты. The soldiers сожгли, burned, тот дом, that house. The soldiers burned that house. Она сказала это очень громко. Она сказала это. She said it. Очень громко. Very loudly. She said it very loudly. Он купил новую машину. Он купил. He bought новую машину. A new car. He bought a new car. Он упал и повредил свою руку. Значит, он упал. He fell. Также можно увидеть he fell down и повредил, you shape, and hurt свою руку, his arm. По умолчанию используем слово arm. He fell down and hurt his arm. Итак, I forgot to tell them this thing. The soldiers burned that house. She said it very loudly. He bought a new car. He fell down and hurt his arm.
Друзья мои, отлично, мы с вами двигаемся далее по нашему плейлисту. Thank you.